Ну что ж, у нас новый лидер Даниэль Де Самохин. 72,65 балла. Первым из всех участников он взошел рубеж 70 баллов. За технику оценка не просто высокая, она намного выше, чем у всех остальных соперников, которые уже выступили. Франц Трубель из Германии, воспитанник олимпийской чемпионки Аннет Пёч, завершает выступление в этой разминке. И совсем немного времени остается до начала короткой программы первого из наших участников, Адьян Питкеев. Он будет в следующей разминке выступать, и причем выступать самым первым из этой предпоследней разминки. Звучит первый фортепианный концерт Чайковского. Ну что ж, похоже, что нас ждет еще один личный рекорд этого фигуриста. Ну, Франц Трубель прекрасно начинает этот сезон. Он впервые стал чемпионом Германии. И вот отличное выступление на европейском чемпионате. Это для него второй, кстати, чемпионат. В прошлом году в Будапеште он дебютировал на чемпионатах Европы и занял сразу же 15-е место. Ну, а сейчас можно ожидать того, что он где-то будет в первой тройке. В этом сезоне у него был результат 55,69. И, конечно, сейчас он этот результат превзойдет. Тут сомнений никаких нет. Тройной аксель был с помаркой исполнен. Так, а это каскад из двух тройных тулупов. Ну что ж, здорово. Ну и также с небольшим плюсом во второй части программы исполненный тройной Ридбергер. Думаю, сейчас мы его в повторе увидим. Личный рекорд немецкого фигуриста 59,96. Так, судя по всему, сейчас будет этот рубеж в 60 баллов превзойден. Хорошее выступление немца мы видели. Но вот посмотрите, сколько все-таки он проиграл представителю Израиля Даниэлю Самохину в техническом плане. Почти 7 баллов.
потому что там был каскад 4-3. Причем не просто каскад, а чуть ли не идеально исполненный. Напоминаю, что Франц Трубель был последним, шестым участником в этой разминке. Ну что, будет он сейчас в тройке? Нет, он все-таки четвертый. Где-то меньше балла он уступает англичанину Филиппу Харрису, который сейчас на третьей позиции. Итак, ситуация такова. Даниэль Самохин лидирует с отличной суммой 72,65. На втором месте Иван Регини 67,45. На третьем Филипп Харрис 45,16. И вот чемпион Германии.